Здравствуйте. 30 мая, второй лунный день священного месяца, в созвездии Сугарсатской земли, день для достойных руководителей, ханов, наёнов, благоприятных для исправления ошибок, вдохновления на положительные поступки, посвящения, борьбы с зависимыми болезнями, подавления негатива, ритуалы хозяевам местности, посадки семян, развитие очага. Ребенок, родившись в этот день, будет талантом к искусствам, стремлением познать окружающий мир независим. День неблагоприятен подписанию контрактов, восстановлению фундамента, копать землю, колодец, прибить дерево неблагоприятен. Благоприятен для людей, родившихся в год змеи, курицы, неблагоприятен годам драконы, собаки, отцы. И в Лугинском Цучундуане Лгарзе, защитники Гомболь Гаможен Санцекюсены, защитники Дацанов и Таванхан, защитники семейного очага. Майни Дуани Гуонамши, Джудуани Санден Зажут. Соблюдайте чисту тела, речи и ума, ведь месяц священный, просветление Будды.